По поручению губернатора, помимо ремонта дорог и благоустройства дворов, в городе начался ямочный ремонт. Прошел этап выявления особенно проблемных объектов. В этом году список формировали по обращению жителей в Добродел, губернатору и главам городов. На сегодняшний день, по словам Геннадия Панина, отремонтировано 659 ям. Те работы, которые происходят сейчас, это за рамками поручений. Те обращения, которые поступают ко мне в Инстаграм, в социальные сети, мы выходим уже где-то к 1000 ям. То есть понятно, что это не долговечно, но до уже комплексного там ремонта это доживет. В этот же день глава посетил объекты, где, по идее, должны были быть готовы тротуары, ведущие к учебным учреждениям. Подрядчик не приступил к работам в установленные сроки. А 31 августа истекает действие контракта города с нерадивой организацией. Вас, я насколько знаю, заказчик предупреждал об этом. Угу. Вот, поэтому, в принципе, вы можете заканчивать свою работу. Вы слышите о моем решении. Вы можете заканчивать свою работу. Мы с вами расторгаем контракт. И мы сделаем все для того, чтобы вас включить в список, который вам не очень нравится. Да, вы можете своими вторыми, третьими, десятыми фирмами работать. Но делать из нас дураков не нужно. Да мы не делаем. Его люди ждали. Вас здесь не было. Вас вообще здесь не было. Мы опаздываем на один день. На какой один день? Ну, суббота, воскресенье, это не считай, выходных. В понедельник все тут будет в асфальте. Когда? В понедельник. Никита Александрович, вы верите? Я думаю, что ворует. А? Я думаю, навряд ли технически это возможно. Хорошо. Давайте поступим таким образом. Первый у нас только линейка получается, суббота. Если здесь в воскресенье вечером, вы, пожалуйста, доехайте сами, посмотрите. Если в воскресенье вечером здесь не будет, то мы идем по вот этому сценарию. Договорились? Если мы расторгаем с ним контракт, а мы действительно к этому готовы, новый контракт мы сыграем не ранее, чем к началу октября. Плюс выполнение работ, соответственно, мы рискуем зайти в морозы, а этого бы, конечно, не хотелось. Поэтому я рассчитываю, что наш дорожный отдел будут, в общем-то, сейчас свое пристальное внимание к работе этих подрядчиков уделять для того, чтобы максимально добиться нам результата. Последним пунктом объезда стал центральный рынок. Здесь ведется восстановление лестниц. Несмотря на то, что объект не настолько востребован, как это было ранее, на Добродел не раз поступали жалобы на состояние лестниц, расположенных на его территории. За последние два года было более 50 обращений на аварийное состояние трех лестниц, двух ведущих на центральный рынок и лестница, которая ведет на набережную реки Клязьма, параллельно одноименной улице, где высокий трафик еще сегодня есть, мы приняли решение капитально их отремонтировать. Поэтому приносим извинения нашим жителям за временные неудобства, но мы уверены, что дальше будут положительные эмоции, ну, соответственно, от результата. Сейчас работы ведутся сразу на трех объектах. По словам подрядчиков, в течение двух недель капитальный ремонт должен быть полностью завершен.